Привет! Всем привет! Привет, ребята! Привет, ребят! Сегодня мы с Вовой решили поиграть в Play-Doh кухня. Поиграем? Да. Я всегда мечтал стать поваром. Вова, я предлагаю тебе пари, соревнование. Кто из нас лучший повар? Согласен? Первое, что нам нужно сделать, это приготовить 3 креветки, 2 морковки и 1 гриб. Да. Мы будем засекать на секундомере. Вова, как только я открою баночку, засекай на секундомере. Нажимай старт. Угу. Так, стой. Напомню, я буду делать 3 креветки, 2 морковки и 1 гриб. Старт. Нажимай стоп! Мой результат 3 минуты 39 секунд. Правда, они получились у меня немного кривые. Ну что, посмотрим, как справится Вова? Да. Ты готов? Да. Давай. На старт. Внимание, марш! Вова, Вова! О нет, Вова, ты справился лучше, чем я. У тебя 2 минуты 27 секунд. Давай опять. В этом соревновании ты победил. Давайте покажем, какие они у нас ровненькие получились. На синей тарелочке мои творения, а на красной Вовины. Вова, тебе, наверное, твой волшебный колпак помог. Ну-ка дай мне его для удачи. Следующее соревнование такое. Нам нужно придумать свой салат и название. Готов? Ну что, начинаем. Не знаю, какой Вова делает салат, но я делаю салат полезный. Вова, рассказывай про свой салат. Из чего ты его делал? Мой салат из красного перца. Чили? Да. Это же очень острый перец. Я его люблю. Ты ешь чили? Да. Поверим тебе на слово. Вова, а как называется твой салат? Огненный дракон.
сложным салатом вы познакомились. А я сделала овощной полезный салат из помидоры, брокколи, фасоли, грибов, листиков салата. Называется он «Нежность». А кто у нас победил? Я не знаю, кто из нас победил. Ребята, пишите в комментарии, чей салат вам понравился больше. Огненный дракон Вовы и моя нежность. Лучше за меня. И третье задание. То, что мы будем делать, это готовить завтрак. Давай, Петюню, расскажи, кому ты будешь готовить завтрак? Тебе. Как приятно. Ну, тогда я тебе. Начнем. У нас есть 4 формочки. Вова, что ты будешь готовить? Мясо. А я яичницу с рыбкой. Напишите нам в комментарии, что вы любите кушать по утрам. Вова, что ты любишь кушать по утрам? Кашу. Она очень полезная. А я кушаю обычно салат или мюсли. Ну, или творог. Ну, риски. Я много что кушаю. Да. И особенно сухарики какие-нибудь по утрам, тихо, спаливно оставляют, наверное, и ест. А потом все убирает и отец. Кладем желток, а теперь белок. Вов, мои рыбка и яичко готовы, а у тебя? Тоже. Дожарится мясо. Я сделаю еще и хрустящий тостик к своей яичне. А вы любите хрустящие тостики к своей яичне? Ну, а это хрустящий тост. Вова, завтрак для тебя готов. У меня тоже готово все. Мой завтрак для тебя тоже готов. Вкусно пахнет мясом. Ну что, ребята, мы надеемся, вам понравился наш ролик. Если это так, подписывайтесь на наш канал и ставь лайк. И ставь лайк Вовиным зубам. Вова, улыбнись. С вами был Вова.